Как и в любом деле, на начальном этапе неизбежно разного рода накладки. Например, неравномерное распределение нагрузки очереди в условиях, когда ситуация с коронавирусом хоть и улучшается, но пока далека от идеальной. Это, конечно, несет определенные риски, в том числе и для здоровья людей. Считаю, мы не должны этого допустить. В сложившейся ситуации необходимо отложить срок введения нового порядка техосмотра до 1 октября. Обращая внимание министерств и ведомств, нужно сделать все, чтобы с 1 октября система заработала без сбоев. Еще раз посмотреть на процедуры, их техническую реализацию. Никаких неудобств для граждан быть не должно. В нашей стране миллионы автолюбителей. Сделать все надо по-человечески. Проект постановления о переносе срока прошу мне предоставить на подпись в ближайшее время.